Ярославские математики лучшие в стране и даже в мире. Это доказали неоднократные победы школьников на российских и международных соревнованиях. В детском центре «Орленок» состоялся всероссийский командный математический турнир, в котором принимали участие 34 команды из 26 регионов. Делегация из Ярославской области, 6 школьников из Ярославля и Рыбинска. В финале юные математики одержали уверенную победу, не оставив соперникам и шанса. Воспитанники проекта Ярославской математической школы показывают отличные результаты и на мировом первенстве. В Румынии Ярославна Александра Сонина в составе сборной России стала золотым призером Европейской олимпиады среди девушек, обойдя команду из США. А в Гангкоке воспитанник Рыбинского лицея номер 2 Егор Вепрев вошел в историю как бронзовый призер международной олимпиады. Ярославские математики – это те математики, к которым очень внимательно присматриваются тренеры сборной страны по математике. Это те дети, в которых заинтересованы, когда формируется команда сборной страны на международной. И они, безусловно, крайне убедительные победы демонстрируют. То есть у нас сильные математики – это, безусловно, традиция, потому что в Ярославской области на сегодняшний момент уже 11 победителей международных олимпиад по математике.